А что ты до этого делал? Что ты до этого делал? До этого что ты делал? Так, я в столовке выполнил задание, и все. Телеца... Смерть, смерть, я сделал смерть. Всем хай, с вами Юджин, и сегодня я снова приглашаю вас в Among Us. В прошлой серии мы с вами предали Европу. Мы ее обманули подло. И победили. И в этот раз я предлагаю обмануть и предать Россию. И вы сами услышите, насколько отличаются игроки в России по жесткости. Хотя, не знаю, может быть, сейчас повезет, и будут доброжелательные и веселые игроки, а не такие, знаете, типа, да ты урод, тварь, и так далее. Сейчас посмотрим, короче, внедряемся в русское сообщество. Но прежде чем мы начнем играть, я хотел бы рассказать вам об одной прекрасной новости, которая лично меня касается, только просто потому, что я лично в это эмоционально включен. Короче, у Макса и его группы Second Season наконец-таки вышел первый клипак на очень кочевый трек под названием «Чужой тебе». А вместе с этим и вышел еще и новый альбом. Короче, вы сейчас прямо можете перейти по ссылке в описании, заценить клип, и я очень вас прошу поддержать его лайком и написать приятный комментарий, потому что ребята, ну, прям всю душу в это вложили, это видно сразу с первых секунд клипа. Поэтому, пожалуйста, переходите, зацените, и, ну, я, опять же, я эмоционально в это очень сильно включен, потому что я с Максом уже больше года это обсуждал, видел все за кулисами, и мне очень хочется, чтобы эта тема пошла дальше. Поэтому, ребят, обязательно заходите, зацените и поддержите. Спасибо всем. Муа! А теперь приступаем к игре. Ссылка в описании, да. Приступаем к игре. Всем здорово, ребят. Убийство 30 секунд. Все, игра начинается. А, я член экипажа. Ага, моя любимая. Пип-пип-пау. Есть! Свет выключили. Страшно. Страшно, когда внезапно кто-то пробегает, и ты не знаешь, что думать. Чё так тихо? Неужели никого пока не убили? И даже нету... этой диверсии никто не строил. Так, снизу желтый прошел. А вот и саботаж. Я не успею этим заняться, я туда даже не побегу. Хорошо, желтый это, кажется, не враг. А вот Али... Нет, он стоит, провода делает, так что все окей. Вот если сейчас меня можно убить даже так, что я не пойму, кто это сделал. Неужели никто еще никого ничего не убил? Так, это Али. Странно, что он на меня так метнулся. Наверх. Слушайте, я уже почти все свои задания выполнил. Осталось вообще всего ничего, я все задания выполню. Почему никто не убивает никого? Ах ты тварь! А, фу. Секьюрити, короче. Так, смотреть, получается, нашел попа, а кто, кого рядом видел еще? Никого больше. Я пришел, получается, от медицины, я все там довыполнял. Я все задания выполнил. Пришел туда просто смотреть по камерам, найти убийцу, и вижу там труп. Да, вроде желтый был в медицине. Ты же меня, ты со мной, да, был примерно в медицине? Да. Кто сейчас был в электрике? В электрике я был черный. Я все выполнил. Я тоже все выполнил. У меня осталось два задания в кислороде и еще рядом там, навигации, по-моему. Если эти убийства были свежими, ну то есть их недавно сделали, значит, это не я и не Крал. Мы были справа в навигации вообще рядом. Конечно, где-то был под конец направо. Я сейчас был, где кислород, О2. О2, в какой части, где кислород? Ну вот я это только успел забежать справа к ней, и сразу тревога поднялась, вот это вот. Так в верхней или нижней части? Который О2 комната называется, да. Тебя там не было, я тебя не видел. Ну так я бежал, говорю, туда, прям к ней. Я вот сейчас рядом с ней остался. С откуда ты бежал? Я бежал с верхней части, с верхней комнаты. Ну, получается, столовая, потом справа еще одна комната, я забыл, как называется. Оружие, по-моему, оружие. Оружейно, ну да. Оружейная, и вниз пошел. Ничего, да, до этого, до оружейной. Ты же как-то забежал в эту оружейную? Ну, и со столовой, получается, да. Столовой, до столовой. Так, до столовой я был, где провода, где электричество, короче. Кто-то видел тебя? Я не знаю, кто-то меня видел. Я его не видел, я видел черного. А кто это со мной говорит, кстати говоря, мне вот интересно. Это говорит розовый. Я был с красным, я не мог сделать это, если это 2 даблкил, я не мог это сделать, потому что я был рядом с красным. Палил, когда свет вырубался. Желтый ты через верхний реактор пробил, а то есть, ну, коричневый где-то снизу, да, реально пробил. За кого? Короче, я скипаю. Это, возможно, оранжевый и оранжевый, коричневый, фиолетовый. Да это может быть и розовый. На меня, похоже, это розовый, он типа начинает тут свои... Как правило, на обвинение, особенно когда так все запутано, кидаются в первую очередь те, кто, у кого рыльца в пушку, по идее. Так, попа, я ему доверяю вот всецело. Я настолько ему доверяю, что мне лучше бы быть вместе с ним.
Нет! Сразу скажу, это не я. Я сканировалась, черный может подтвердить. Да, я подтвердил. То есть это не черный и не красный. Я был рядом с красным. Красный не убийца. То есть, скорее всего, ты не должен думать, где убийца, потому что я был рядом с красным. Где убили, я что-то не понимаю. А давайте я скажу, где убили. В навигации, потому что я был на камерах, я видел, как желтый с оранжевым забегал, и оранжевый умер. Жопе объяснись. Я вниз же побежал. Подожди, стоп, где желтого ты видел? Где ты желтого видел? На камерах мы навигации. Он забежал с оранжевым, я прям это четко видел. Когда голосование началось перед этим, желтый пробежал мимо меня в кафетерии и побежал как раз таки туда вниз, в сторону навигации. И мне кажется, это не желтый. Коричневый, не пытайся гнать на меня, потому что я был рядом с красным. Не, погоди, стой. А где ты был? Какое у тебя задание было? Я сейчас был на камерах. Ты сейчас был на камерах, а что ты перед этим делал? Я просто бегал, и у меня все таски... Просто бегал? А какое у тебя последнее задание было? Какое у тебя задание последнее было? Это в медицине образцы выбрать. А предпоследнее — это провода сделать в столовой сверху с левой части. Окей, хорошо. Я побежал в реактор туда, ну просто побегал в реакторе, посмотрел, кто есть, забежал в камеру, посмотрел на камеру, и желтый убил оранжевого. Не пытайся задефать своего, потому что я эти в прошлой игре подозревал. В смысле своего? Ну ты спроси, что я делал. Я уверен, что он забежал туда. Бегал за желтого? Окей, я тоже. Я воздержусь, я фиг знает пока. Своего голосовать не будет. Слушай, тогда я проголосую за тебя на всякий случай. Ты что-то слишком много трендишь на всех. Против желтого привели очень много пруфов. Прощай, желтый, я верил в тебя. Так, ну давайте побегаем всей толпой теперь вместе. Все стоят просто вместе. Так, давайте пойдем куда-нибудь, да, походим. Опа! Давайте я вам объясню пару вещей. Да. Мы кикнули желтым. Так. Было трое трупов. Получается, если бы сейчас было два имбона, мы были все в группе. Так. Кроме красного. Не было красного. Красный гарантированно невиновный, а так говорит черный. Черный тоже невиновный. Да. В группе были светло-зеленый, коричневый, я и фиолетовый. Если бы здесь было два импостера, игра бы уже закончилась. Остался один импостер. Почему красный не импостер и черный не импостер? Я сканировал. У вас сейчас очень искусные импостеры, я вообще не понимаю, кого подозревать. Я бы голосовал сейчас за коричневого. Нифига себе, так. А я буду голосовать тогда против розового, потому что у него больше всего доводов про всех, и он всем доверяет, кому надо. И такой, а этому точно не доверяют. Я тебе говорю, тогда бы я бы поставил кого-то другого. Да я не знаю, что бы ты потом бы там сделал, если бы докобы, во рту выросли грибы. Короче, ты больше всех говоришь, и у тебя на все есть ответ. Вот это меня больше всего смущает, потому что, типа, я знаю таких находчивых людей, которые могут ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, и почему-то красный сто пудов невиновен, и черный сто пудов невиновен. Давай сначала коричневого, давай сначала тебя, а потом розового посмотрим. Ну, типа, я бы лучше сначала туда розового бы сделал, потому что я уже все свои задания выполнил, и вы только сейчас сольете просто своего же члена экипажа. Ну, если ты выполнил, то ничего тогда страшного. Я черт меня сливает. Боюсь, что победа. Ребят, сливайте розового, потому что он технично меня слил, короче. Блин! Вы типа рот не раздевайте, когда вам льют в уши. Черт, просто молодец парень, конечно, очень прям, знаешь, ла-ла-ла-ла. Я уверен, что, скорее всего, это он. Так, только что убил. Кто убил-то? Красного убили. Кто рядом с ним стоял? Я даже не успел заметить. Фиолетовый отошел. Да. Черный, ты вроде еще в стаке, да, был? Нет, я вообще вниз ушел. Зеленый, почему ты еще не говоришь, зеленый? Типа, килл в толпе, я не могу ничего сказать в своё оправдание. Ну, потому что ты, как таки, был на том теле, которого убил, а все остальные отошли. Серьезно, чел, ну я ж не могу ничего сказать в своё оправдание. Так, они вышвырнули тайфуны в итоге. Конечно, прости! Я самозванец. Задание вот здесь. Скачиваем данные. Так, я был в навигации. Теперь пошел щиты чинить. Типа провода в хранилище. Так, засаботировали. Бежим. Так. Все, окей, ладно. Вентиляция! Смерть, я сделал смерть. Так, где? Фиолетовый рядом с реактором стоял, короче. Фиолетовый, что ты мутил? Так, я сначала пошел в столовку, два задания, потом в навигации выполнил, мусор выбросил, в админке был. А сейчас ты какое задание делал у этого? С проводами. Значит, это не фиолетовый. Так я думаю, тоже фиолетовый. Кто еще сказал, что я думаю, это фиолетовый? Все, по крайней мере. Все, по крайней мере, все сказали. Я отливал бензин в верхнем реакторе и видел Сасуки, ну, типа, фиолетовый, как он только подбегал, и, типа, он, видимо, сразу на здание, то есть он бы не успел убить,
потому что я отлил бензин, спускаюсь вниз, а он стоит, делает задание. Зачем литровый голосом? Скипаем, конечно. Ну вот, красный и розовый. Красный и розовый, окей. Потом вот такие, хоп. Опа, вентиляционную. Чё, где, как, куда? Управление. Вот я, конечно, думал, фиолетовый это не мав, но сейчас он подозрительно делал, долго набирал канистру. Он там уже, ну, типа, стоял, а я только подбегаю и закончил раньше набирать канистру, чем он. Уже второй раз фиолетовый, да, короче? Кто-то там еще видел фиолетового, кроме меня, когда он возвращался с хранилища? Я видел. Фиолетовый, может, что-нибудь сказать, почему так долго канистру набирал? Может быть, голова почесалась, но не знаю, ну это тупой просто сделать. А вверх бежал зеленый в админку, когда я видел. Я и... синего видел рядом с админкой. Доктор стоял на камере. Ты всю игру стоял на камерах? Да, я. Не, я сперва сделал задание рядом с камерой, эти провода. И пошел на камеру сразу. Ты большую часть ты стоял. Да. С кем забегал желтый в управление? Он забежал, и он, видимо, карточку делал и умер там. С кем он забегал? Ну я видел, наверх побежал зеленый и фиолетовый, я видел. Ребята, 10 секунд, что, скипаем или как? Давай, я думаю, фиолетовый. Мне кажется, фиолетовый. Бегать, у меня все задания сделаны. Что? Как я под конец решил все. Пойдем посмотрим по камерам. Ребята, смотрит за мной, блин. Черный подозревает, кажется, меня. Два самозванца бегают в этой комнате. Теперь, получается, если я отсюда выйду, то будет подозрительно очень. Мы просрали? Мы просрали. Типа что, все задания свои выполнили, что ли, да? Так, я опять член экипажа. Опа! Это в секьюрити! Только что двери закрыли, и кто-то прыгнул в вентиляцию, я видел. Нет, я вообще с той стороны не была. Блин, я был в навигации, я фиг знает. Я был в админке. Я был с фиолетовым в электрике. Я скипну, короче. Походу, у нас нет информации. Скипаем? Давайте скипаем, да. В админку надо будет загрузить данные. Так, мимо меня Лероб пробежал. Опа. Я краем глаза увидел в электричестве розового и фиолетовый выбегал. Тут труп лежит. Давайте, ребят, по очереди. Фиолетовый, ну чё делал? Так, я пошел в электрику довыполнить задание. Я не успел довыполнить. Потом я пошел в мед. Колбы доделать. Потом вырубили свет. И я побежал вниз по генераторам. И там я встретил какой-то цвет, я не помню. Я тоже забежал в электрику, то есть чини свет. И передо мной вот этот оранжевый убил. Я убил, ты хочешь сказать? Да, я убил. Ну, да. Ладно. Я в электрику после всего этого забежал. После всего, как убил? Или как? Нет, я сейчас выполнил задание в реакторе, там то черный стоял, он видел. Да, я видел. Я видел, там фиолетовый пробегал. И розового я краешком глаза заметил в этой темноте. Я стоял? Да. Я не верю. Он врет, получается? Ты там не стоял? Я забежал. Он там стоял и не репортил труп. Я не стоял, я забежал через хранилище. А, он не репортил, да? Окей. А кто чел за... Он убил, зарепортил. Вы тупите. Пока розовый. Так, интересно, он был ли он? Непонятно. Так, мы в админке все закончили, нам осталось-то всего ничего. Давайте посмотрим. Вот с нами Алена. Она бежит в реактор. Потом, вот здесь я не помню, что это за местность такая. Желтый бежит из навигации вниз. Алена бежит в сторону кафетерии. Опа! Оружейная. Я побежала в навигацию и увидела там труп. А, нет, я вот... Ладно. А кто-нибудь, кто-нибудь был рядом с оружейной? Кто-нибудь видел? Не-а. Окей, у меня пока нет подозреваемых. Я по камеру смотрел, никого не видел. Возможно, кстати, это фиолетовый. Он тоже в электричестве тогда пробегал. Я в прошлом раунде через генераторы бежал. А сейчас ты где был? Сейчас я в навигации. То есть ты был прям рядом с местом, где убили? Ну,
как рядом. Ну, типа, да, соседняя комната. Приближенно. Ну, да. А что ты до этого делал? Что ты до этого? До этого что ты делал? Так, я в столовке выполнил задание, и все. Окей, ладно. Ну, мы на всякий случай, короче, против тебя, окей? На всякий, перестрахуемся. Ну, прости, если это не ты. Пока. Нет! Хорош! Бегом? Так, в навигацию начнем. Тут читер есть кто-то из нас. Да. Кто-то читы подрубил, пацаны. Теперь мы еще выясняем, кто здесь читер, да? Скорее всего, рядом со мной был, но типа как-то сторож же оказался. Ну окей, допустим, он может быть мирный. Но я его подозреваю в читах. Я не знаю, я скипаю. Я скипаю. Так, пойдемте вниз, короче. У нас есть подозрение на то, что читер в комнате. Алена бежит в сторону двигателя. Чебурашка, Али бегут все в сторону двигателя. В реактор бежит Бабабой, Чебурашка и Али. Ой, блин, как много людей бегут. Опа, побежали. Чел вылез из винтов. Кто? Как ты зашел в медпункт, я побежал. Кто-то на камерах стоял, видел, как я забегал в медпункт. Не надо валять. Ну вот кто стоял, пусть скажет. Может, я забегаю, впереди бежит желтый, он пробегает дальше, я забегаю в винтпункт, у меня там два задания. Кто вылез из вентиляции, я что-то не понимаю. Я не знаю, как вылез, просто я иду в медпункт, там стоит уже розовый. А, но розовый. Если он говорит, что его видели на камерах, кто-то стоял на камерах, он его видел. Кто стоял на камерах? Если нормальный человек стоял на камерах, то он видел, как я забежал. Я был на камерах какое-то время, я видел, как... на самом деле, я видел практически всех, и все бегали, вот я... Все бегали там по коридорам, я не видел, чтобы кто-то там внезапно откуда-то появлялся, типа, из какой-то комнаты. Ну, пусть тогда я побегаю с этим розовым, если он меня убьет, то, скорее всего, будет он. Ну, мы вдвоем бегать. А можно сделать так, типа, мы пойдем за ним, и он сделает задание, и если вот таск увеличится, то это не он, а если нет, то это он. Давай. Вот. Сейчас все за моим чуваком будут следить, надо грохать всех. Типа я тоже буду бегать за ним, следить. Все смотрят, как он выполняет задание. И я такой, да, интересно, как будто студент экзамен сдает. Подохнем. Опа. Чел, ну это пиздец, ты там вообще ничего не делал. Вы понимаете, что таск не всегда, во-первых, заполняется? Все были там, никто задание не делал, только ты это делал. Ты понимаешь, делал еще задание сверху? Потому что 10 заданий, ну ты, вот, так... Минут 10, 15, минут 5, 10, 5, 4, 5. 10-5. Чел, все стояли с тобой, никто задание не делал. Задание делал только ты. Кто-то же там не был с нами, кто-то где-то еще бегал. Тем более умер кто-то. Даже не заметил, что кто-то сдох. Все пошли налево, а доктор умный пошел направо. Он сверху уже вроде задание выполнял по циферкам вроде. А кто тогда последний остался? Коричневый я видел, потом... С нами еще кого-то не было, по-моему, в группе, да? Я самый первый выбежал. Синий был с вами. Получается, черный или фиолетовый остался, да? Типа, я с вами был, да. Вниз убежал мусор выбрасывать, который собрал... Кто? Я, черный. Получается, черный убежал вниз, да, и типа, и у нас один труп внезапный. И доктор умер. Я, короче, против черного, на всякий случай. Ну все, пошли к фиолетовому, это получается все, кроме белого и черного. А белый умер, получается черный. Слушай, да, давай. Я, короче, просто... Давайте против черного, потому что рисковать стрёмно, у нас уже, типа, мало осталось. Таск уже пополнился, то, возможно... Я был самым первым. Ха-ха-ха, обращай, черный. Есть. Значит, смотри, как сделаем. Типа. Так, блин. 11 секунд, нельзя убивать никого. Полный отстой. Yes! Хорош! Прекрасно, прекрасно было сейчас. Просто отлично. Юджин, а мы попадем в видео? Фиг знает, посмотрим. Я так упал на твои видео. Очередной выпуск закончился очередной хорошей такой приятной победой в роли самозванца. Это очень приятно.
Надеюсь, вам тоже понравилось. Надеюсь, вы хотите увидеть больше видосов по этой игре. Игра реально прикольная. Она такая простая и вызывает столько эмоций. Надо будет позвать своих корешей. Макса, может, позову. Он вроде как горел желанием тоже вместе со мной поиграть, так что, может быть, следующий выпуск будет вместе с ним уже. Короче, ребята, огромное всем спасибо, что смотрели. Если вам понравилось, то ставьте 1000 лайков, подпишитесь на канал, не забывайте про колокольчик и зацените другие мои прохождения. Все ссылки на плейлисты будут в описании под видео. Не забудьте про мои соцсети, а также следите за моими телеграмами, короче, за всеми моими соцсетями, потому что там скоро появится или уже появилась на момент выхода этого видео информация о комиксе, о том, где можно будет его почитать. Комикс Game Hunters, который я мучу. Мой собственный оригинальный комикс. Отлично, короче, прекрасный день, прекрасное настроение. С вами был Юджин, и всем пять!